что касается характера поединка, то там же еще был один такой красочный момент. Оказывается, по статистике Рассел намного больше ударов нанес. То есть там где-то больше 200 ударов, чем у Василия. Но при этом КПД, коэффициент у него попаданий, 10%, около 10%. Это очень низкий коэффициент. Это еще раз говорит о том, какая защита у Василия, какое мастерство ведения боя. Вот. А Вася действительно, то есть у него КПД большой, там больше 30% попаданий.